Спонсор показа – ветеринарная клиника «Теремок Зоо», Ватутина 27 и новое лечебное отделение по улице Вайнера 45В. Лапку. Молодец, молодец. Дай лапу, сидеть и вообще любые команды, которые полагается знать воспитанной собаке, этот пес выучил на зубок. В приюте он чуть больше месяца, но уже покорил волонтеров умом и сообразительностью. О своей прошлой родине, селе Мариинское, что под Ревдой, пес, похоже, и не вспоминает. Здоровье у него отличное, шерсть густая и ухоженная, а возраст молодой. Собаке всего около года. Можно в частный дом, можно в квартиру, лишь бы хорошие люди добрые были. Нам ласка, доброта нужна им. Дай лапку, дай. Вот мы умеем уже что делать, да? Маршал, молодец, молодец. У Ильмы жизнь была, что называется, собачьей. Щенком ее забрали из приюта новые хозяева, но очень скоро вернули, при первых признаках болезни. Волонтеры долго выхаживали собаку, но спасти лапу так и не удалось, пришлось ампутировать. Впрочем, Ильма ничуть не унывает. Она уже восстановилась после операции и готова начать новую жизнь. Она еще кувыркаться умеет, вот так вот. Вот она, вот она, вот она. Вот она, Ильмочка, показывает. Но я надеюсь, что найдутся добрые люди. Желательно, конечно, в свой дом. Встретить старость в сытости и тепле мечтает эта добродушная такса. Собака уже преклонного возраста. Волонтеры подобрали ее в одном из коллективных садов в очень плачевном состоянии. 2 недели ушло на то, чтобы привести в порядок шерсть и подкормить животное. К сожалению, зрение уже не восстановится. Сказывается возраст и бродячая жизнь. Сейчас вся надежда на то, что хотя бы старость эта такса встретит в тепле и уюте. Все делается по графику. Кушает очень мало. Туалет выводится тоже по графику. Вольер постоянно чистый. Хорошенькая. Больше сотни четвероногих друзей сейчас живут в приюте в ожидании новых хозяев. Присмотреть себе друга может каждый. Двери для любителей животных здесь всегда открыты.